Жевательные мышцы – наш фундамент красоты. А сильнейшие мышцы не только лица, вернее, не только всего тела, но тем более лица. Представляете, такая мощная мощь может перетянуть все лицо в ту или в другую сторону. И зачастую, когда у вас сильная асимметрия, с возрастом усиливается, это перенапряжение в жевательных мышцах. Привет от Татьяны, 49 лет, читаю письмо от подписчицы. Мне 56 лет. Конечно, ну, надо было раньше начинать. Ну, кто ж знал. Но Леня родилась раньше меня. Да и не знали, наверное. И вас только нашла. Надеюсь, что все делаю правильно. Мне так кажется. Вопрос? Жевательные, очень болезненные, делаю аккуратно, разминаю, с каким интервалом делать на них массаж. Другие мышцы как-то быстрее поддались, и я справилась с зажимами. Ну, прекрасно, что вы справились с зажимами. Так, с жевательными мышцами. У нас существует очень много упражнений. Мы можем делать по принципам постизометрической релаксации, да, когда мы работаем на сопротивление. Мы с вами можем работать интраорально. Обязательно надо проминать интраорально, то есть изнутри. И, конечно же, есть упражнения из моего курса «Угол молодости», да, где мы работаем с вами с прикусом. Более того, когда внутренняя мышца, вот внутри там есть мышцы, таких еще несколько жевательных, они многослойные, они когда укорачиваются и спазмируются, они челюсть вот так вот с возрастом тягивают. И идет сильное нарушение прикуса. Сюда челюсть утопается. Она может быть даже так. И становится такой подбородочек маленький. Ткани лица не держат. Ну, нет вот этого каркаса прекрасного. Он челюсти развитые, на которой все держится хорошо. А они начинают свисать. Угу. И брыли появляются. И наша с вами задача именно расслабить жевательные изнутри. Вот такая прям проблема очень яркая у многих. Значит, что мы делаем? Что чистая рука, ну, как всегда, ну, у нас с вами чистейшая рука. Мы с вами лезем в рот. Смотрите, вот оно брюшко жевательной мышцы. Да? Брюшко жевательной мышцы. Угу. Ну, пошли изнутри. Вкручивающим движением мы ее проминаем. Буравчиком. Да, прям хорошо-хорошо проминайте. Кто забыл про психосоматику и про картинку, которую мы должны созерцать? Злились, обижались. Сидим и все вспоминаем. И выпускаем картинку. Зажгите свечу. В жевательных мышцах сильнейшие эмоции. Поэтому пускаем на свечу. И вы себе установку здесь сделали. Спазм выпустили, и он к вам не вернется. Сюда программа. И сидите там, ковыряйтесь. А потом вытягиваете мышцу. Крепление здесь у нас. Именно за углом челюсти. Сидите и прокачку делаете. Угу. Растянули жевательные. Вытянули их. И, конечно же, упражнение. 20 раз, ну, по 10 раз в каждую сторону, очень медленно, очень плавно, всегда с минимального усилия. Если вам больно, вы прекращаете это делать. Если есть какие-то ощущения, не дай бог, в височно-нижнечелюстном суставе, бегите к врачу, к гнатологу и говорите, что-то у меня вот так не делается. Это плохо, это звонок. Вы должны проверить все. Да, а жевательные свои расслабляйте и обязательно... Что жевательные перенапрягаются не просто так. Вернее, не только сами по себе, но еще и компенсаторно. Трапециевидные. Конструкция шея. Грудинно-ключично-сосцевидные, жевательные. Все как камень. И еще и височная сюда присоединяется. И все лицо тянет вниз и к середине. И оно свисает. Поэтому плечики раскрыли. Жевательными поработайте, но прежде всего изнутри. И, конечно же, посмотрите, как у вас открывается челюсть. Вперед. Только не резко. Бок. Угу. А, в общем, очень много у меня упражнений на
курсе угол, точка молодости, вот. Угол молодости, точка молодости. Так что заглядывайте в мой телеграм-канал, спросите там этот курс, и будет вам счастье. Телеграм-канал Татьяна Курчина с синей галочкой, верифицированный. А не синий не идите. А, ну у меня, правда, чат. Там очень интересный чат. Заходите там. У меня в чате уже столько. Во-первых, вы в чате всегда можете получить... Ну, вы там нырнете мой телеграм Татьяна Курчина, и там... Зайдите в описание, и там вы увидите, что есть чат, официальный чат от канала. Прям туда ныряйте. Во-первых, там прекрасное сообщество девушек, где вы можете всегда просто пообщаться, спросить вопросы, на свои вопросы задать. Там отвечаю я, и еще мне девочки помогают, консультанты, кураторы, все с медицинским образованием, кроме меня. Ну, я специально вам нашла консультантов и кураторов, которые с медицинским образованием, потому что очень многие хотят, чтобы было все-таки медицинское образование. А вот, ну, я для вас постаралась. Вам всегда ответят на все ваши вопросы. А также очень много у меня среди участниц профессионалов. Или тех девушек, которые очень-очень много прошли и могут вам тоже посоветовать. Обстановка самая теплая, так что заходите в телеграм-канал Татьяна Курчина. Найдете прикрепленный чат. Либо просто в комментарии к какому-то посту нырнете, и все. И все вам будет. Все. Всем красоты.